Знаете, кто-то знает, какие вопросы будут рассматриваться? А вы знаете, что на этой сессии в аренду отдается территория завода шампанских вин под высотную застройку? Участки на французском бульваре, напротив французской мебели, там будет высотная застройка. В курсе, да? Под шампанским винами вообще. Ну вот в аренду отдают, вот Геннадий Леонидович. Мы вчера пытались, чтобы сняли с повестки дня эти вопросы, они не соглашаются. Я говорю, то есть вы не в курсе, да, какие вопросы? Да, нет. Тут. А вы знаете, что вот из-за того, что вот вас сюда привезли и вы как бы заняли эти места, вот активная группа, которая может это изменить, вот она в зал не допущена. То есть там вот сейчас находится вот около 200 человек, которые не могут войти в зал, потому что вы сюда пришли. А мы отстаиваем зеленые зоны, парки, французский бульвар, городской сад. Нашого міста перетворилися на локальний закритий бізнес, який цілею має виключно власне збагачення за рахунок ресурсу громади. Нас уважають, нас підтримують, у нас високі рейтинги по различним. І говорить чесно, Петро Олексійович, це все благодаря вам.